Здравствуйте! Телекомпания «Город» представляет программу «Время говорить». Это еженедельный обзор событий, происшествий и мероприятий в изложении наших авторов. В итоговой программе мы постараемся рассказать о наиболее актуальных и значимых событиях, которые произошли на минувшей неделе. Впрочем, вот краткий анонс итогового информационного выпуска. Окончательное решение по возможному изменению ставки налога на вмененный доход будет принято в конце марта. Комментарии представителей городской власти смотрите в этом выпуске. Музейному центру «Быть» на вопросы о строительстве нового здания для историко-архитектурного музея-заповедника на неделе отвечали в региональном министерстве культуры. Международный женский день. О том, как отмечают этот праздник женщины-военнослужащие Дягилевского авиаполка, смотрите в итоговом выпуске. Ну а теперь обо всем подробнее. На этой неделе получила продолжение тема, связанная с единым налогом на вмененный доход. Напомним, что в начале нынешнего года появилась информация о том, что городские власти приняли решение повысить ставку этого налога. Тогда бизнесмены заявили, что повышение крайне резкое и болезненное, ведь для некоторых видов предпринимательской деятельности оно составило бы повышение почти в 30 раз. А далее в феврале на различных общественных площадках, например, на заседаниях регионального общероссийского народного фронта, высказывалось мнение о нецелесообразности повышения налога на вмененный доход. И уже в середине февраля глава горадминистрации Олег Булеков заявил, что уровень этого налога останется на прежнем прошлогоднем уровне. Позицию городской администрации прокомментировал и начальник управления экономики Артем Урвихвост. По его словам, сейчас проводится оценка так называемого регулирующего воздействия проекта решения по изменению коэффициента К2. Проще говоря, сейчас проводится активное обсуждение между предпринимателями и чиновниками экономических управлений администрации о целесообразности каких-либо изменений ставки вмененного дохода. Для участия в данной процедуре, которая представляет собой сбор предложений и, соответственно, потом их публичное обсуждение и принятие решения, были направлены предложения по участию в ней общественным организациям, которые занимаются вопросами ведения предпринимательской деятельности, такие как «Деловая Россия», «Торгово-промышленная палата», «Опора России», а также уполномоченному по правам предпринимательства, по правам предпринимателей в Рязанской области. В настоящий момент предложения поступили в наш адрес. Сейчас проводится процедура по их рассмотрению. Она должна быть завершена к концу следующей недели. После этого проект решения будет направлен на рассмотрение депутатами Рязанской городской думы. Нормативные документы должны поступить в Думу в ближайшее время, поскольку в настоящее время осуществляется оценка данного документа, оценка регулирующего воздействия, по закону так необходимо. В том документе, который будет вынесен на Думу, сохраняются те параметры налогообложения, которые действовали до 1 января 2015 года. Вопрос планируется рассмотреть 26 марта, и мы этот вопрос будем рассматривать на заседании Рязанской городской думы. В данном случае мы работаем планомерно, поступательно, в соответствии с законодательством. Могу отметить, что у предпринимателей будет достаточно времени для того, чтобы заплатить налоги уже с вновь принятым документом своевременно. Напомним, что еще 16 февраля глава администрации Рязани Олег Булеков заявил, что повышение единого налога на вмененный доход в Рязани будет отсрочено на год. Через два дня, 18 числа, предложение Булекова поддержал председатель Рязанской гордумы Андрей Кашаев. 19 февраля в Рязани состоялась совместная встреча представителей областной власти и организаторов кампании по сбору подписей за отмену повышения ЕНВД. Участники встречи отметили, что рязанские предприниматели и представители власти пришли к единому результату – оставить К2 на уровне 2014 года. Один из тех видов деятельности, где предприниматели платят вмененный налог – это легковые таксомоторы. Достаточно долго эта отрасль оставалась без госрегулирования. Однако примерно 3 года назад постепенно началась легализация пассажирских перевозок частными легковыми такси. Тогда стали выдаваться и первые лицензии для законной деятельности таксистов. Однако проблемы, особенно с недобросовестными перевозчиками, по-прежнему остаются. В региональном министерстве транспорта в пятницу состоялся брифинг, на котором чиновники рассказали о правилах работы таксомоторов в областном центре. Всего в нашем регионе на учете стоит почти 3000 автомобилей такси. Это данные официальной статистики регионального министерства транспорта. Такой строгий учет чиновники ведомства стали вести чуть более 3 лет назад, когда было принято решение начать борьбу с недобросовестными перевозчиками.
Сейчас, чтобы выйти на линию, предпринимателю необходимо собрать документы, которые подтверждают исправность автомобиля и квалификацию водителя. Когда к нам обращается индивидуальный предприниматель или юридическое лицо с просьбой выдать разрешение на осуществление такого вида деятельности, ему подвигаются ряд условий, которые он обязан просто выполнить. А эти условия, они связаны в первую очередь с организацией безопасности перевозки граждан. Здесь речь идет и предрейсовом медицинском осмотре, предрейсовом техническом осмотре, правильности хранения машины. Основная задача сейчас – это сделать деятельность такси абсолютно легальной. С этой целью совместно с дорожными полицейскими чуть ли не ежедневно проводятся рейды и проверки среди недобросовестных перевозчиков. Иногда обостряются ситуации. Мы вынуждены какие-то неплановые проверки проводить по тем иным заявлениям или указаниям Олега Ивановича. А так-то у нас это организовано на плановой основе ежегодно, перед началом сезона. Министерство транспорта составляет план проверок, согласовывает с органами прокуратуры эти проверки и в соответствии с этим планом выезжает на места и проверяет, как организовали те иные организации, которые занимаются таким видом деятельности, свою работу. Несмотря на, казалось бы, четкое регламентирование и лицензирование деятельности таксомоторов, по-прежнему в городе находятся таксисты-бомбилы. Таким недобросовестным перевозчикам грозят административные штрафы. Но их размер, и это признают контролирующие органы, крайне незначительны, чтобы окончательно выдворить с рынка нелегальных таксистов. Сейчас законодательство, внесение изменений в эту статью, там уже будет, если за повторные нарушения, вплоть до лишения водительского удостоверения. А если впервые человек установил такой знак опознавательный легкового такси, там будет до 20 тысяч. То есть более жестче будет. И мы, конечно, видим в этом перекос. Почему? Потому что законного перевозчика, который получил разрешение, но не осуществляет там прохождение медицинского осмотра, его штрафуют до 30 тысяч. А незаконный перевозчик – 2,5 тысячи. Конечно, это ненормальная ситуация. И мы вот на всех форумах, в которых участвуем, на всех конференциях, в том числе и в письменном виде, какие вот предложения давали, чтобы ужесточить наказание именно к нелегальным перевозчикам. Впрочем, помимо проверок, для рязанских таксистов есть и некоторые преференции. Например, обустройство парковочных мест более чем на 20 городских улицах. Однако проблемы все равно остаются. Так, например, в соседних с Рязанской областью регионах разрешение на деятельность таксистам выдается бесплатно. Соответственно, там и уровень контроля значительно ниже. Потому наиболее предприимчивые рязанские таксисты регистрируются именно у соседей. По любым вопросам, связанным с деятельностью легкового такси, рязанцы могут позвонить на горячую линию в региональное министерство транспорта. И чиновники обещают разобраться со всеми нарушителями. Широко на этой неделе обсуждались и планы строительства нового здания для Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, который сейчас располагается в Рязанском Кремле. Место под строительство музейного центра определено. Это площадка на улице Соборной перед зданием Центробанка. Туда, по мнению авторов-разработчиков проекта, должна полностью переехать экспозиция из обширных музейных хранилищ. Впрочем, не всем такое решение понравилось. Некоторые специалисты считают, что таким образом историко-архитектурный музей в Кремле потеряет свое лицо и станет обычным краеведческим музеем. Есть также вопросы и к архитектурному облику нового здания. На все вопросы общественности на этой неделе ответили на брифинге в региональном министерстве культуры. На конференции обсуждался один вопрос, и касался он нюансов строительства нового здания музея на улице Соборной. Само здание, по словам министра культуры и туризма Виталия Попова, должно предусматривать возможность правильного хранения большого количества экспонатов, которые сейчас находятся на территории Кремля. Надо понимать, что здание – это особое, здание уникальное, потому что оно должно предусматривать, пусть современным стандартам, и возможность посещения маломобильными гражданами, и наличие лифтов, и самое главное, уж извините, Ольга Сергеевна, что не с того начал, настоящих правильных условий для фонда хранения, потому что у нас абсолютно уникальные экспонаты. Большой резонанс вызвало как местоположение будущего музея, так и его высотность. Очень долго мучились над этой высотностью, сравнивали, просматривали, да, и здесь, естественно, есть такая норма, что должны проходить публичные слушания. Публичные слушания проходили, это отклонение было одобрено. Что сделано, то сделано. 3 марта подрядчик уже был назначен. Строить музей будет московская фирма. В течение следующей недели с ней будет заключен договор, а потом уже начнутся работы на площадке.
На неделю стартовала и спартакиада УМВД России по Рязанской области по служебно-прикладным видам спорта. Начались ежегодные соревнования с лыжной эстафеты полицейских. В поселке Ворские на биатлонном комплексе «Алмаз» в рамках спартакиады УМВД России по Рязанской области по служебно-прикладным видам спорта состоялось первенство по лыжным гонкам и лыжная эстафета аппарата регионального управления МВД. В соревнованиях приняло участие 22 команды. Боролись за победу не только сотрудники основных подразделений управления, но и представители территориальных органов МВД на районном уровне. Спортсменам предстояло преодолеть дистанцию 5 километров свободным стилем. Трасса была тяжелой, требующей силы и выносливости, но полицейские привыкли проявлять упорство и выдержку. Награждение призеров провел начальник отдела профессиональной подготовки управления по работе с личным составом МВД России по Рязанской области Алексей Лавров. Вы смотрите программу «Время говорить». Вот что вы увидите во второй части выпуска. Медали в честь 70-й годовщины Победы. На неделе чествовали ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и узников фашистских концлагерей. Подвиг героев 6-й роты. В Музее истории воздушно-десантных войск почтили память погибших 15 лет назад в Аргунском ущелье псковских десантников. Международный женский день. О том, как отмечают этот праздник женщины, военнослужащие Дягилевского авиаполка, смотрите в итоговом выпуске. По всей стране на этой неделе вспоминали легендарную 6-ю роту десантников, погибших при исполнении служебного долга в жестоком и неравном бою с чеченскими боевиками в Аргунском ущелье. Тогда, 15 лет назад, псковская рота предотвратила прорыв банды и уничтожила около 700 боевиков. При этом из 90 десантников в живых остались только шестеро. В Рязани героев вспоминали в Музее истории училища ВДВ. 15 лет назад высота 776 стала последней почти для всей 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й дивизии ВДВ. В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года десантники приняли неравный бой против 2500 бандитов под руководством Хаттаба. Не дать им прорваться стало основной задачей наших бойцов. Место действия – Аргунское ущелье рядом с чеченским селением Улус-Керт. Пользуясь складками местности и туманом, террористы подбирались вплотную к позициям десантников. С обеих сторон велась стрельба в упор из автоматов, пулеметов, подствольных гранатометов. К утру 1 марта большинство солдат и офицеров 6-й роты были убиты или тяжело ранены. У десантников закончились боеприпасы. Немножко не хватило, может быть, одного дня не хватило, чтобы выйти раньше и закрепиться на указанных высотах. И тем самым... Значит, противник бы тогда пройти не смог, так как, окопавшись, подготовив систему обороны к бою, враг не смог бы. Но когда вот в этой ситуации сложился встречный бой, и противник, видя, что их подавляющее превосходство, естественно, это их злило, что они не могли. Это их слило еще более, больше и больше. По-хорошему, то есть, если исходить, проявили бы слабость, какую-то неуверенность офицеры, бойцы роты, бой бы уже закончился к концу вечера, то есть вечером. А так бой продолжался до утра. И никто, ни один человек не сдался. Все вели бой до последнего, зная, что если он отступит, то... Это будет предательство. Сражалась рота до последнего и удерживала высоту 20 часов. Десантникам удалось уничтожить 700 бандитов, но в живых осталось только шестеро. Среди погибших героев и рязанец Роман Соколов. Хотел служить. И предлагали ему там уйти куда-то. Он говорит, нет, я хочу быть строевым, вот именно боевым, а офицером. Он так и шел к этому. Он в первой Чечне был. Оттуда вернулся с контузией, орден мужества, Югославии был. И он, как вам сказать, спешил жить. Вот это у него было не отнять. Все хотел. Но погибнуть 28 лет, это тоже... Ну, что он есть, пацан еще? И главное, у него 16 февраля исполнилось 28, а 1 марта погиб. На день рождения матери. Гибель псковских десантников стала самой большой потерей за время Второй Чеченской войны. Об этом трагическом событии напоминает камень, установленный на КПП 104-го парашютно-десантного полка в Черехе, где высечена надпись «Отсюда ушла в бессмертие 6-я рота».
Вспоминают сейчас в преддверии 70-летия Победы и о подвигах ветеранов Великой Отечественной войны. В стенах здания областного правительства наградили ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, а также узников фашистских концлагерей. В региональном правительстве прошла торжественная церемония вручения ветеранам Великой Отечественной войны государственных наград. Событие посвящено 70-летию Победы. И для меня большая честь вручить вам заслуженные государственные награды. Это юбилейные медали в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Скоро мы все с вами вместе будем отмечать этот великий праздник, этот юбилей Великой Победы. Действительно, праздник, который объединяет буквально всех от мала до велика, независимо от возраста, социального положения и политических взглядов. Потому что в России это, если брать патриотические праздники, то, наверное, это праздник номер один. Участники боевых действий, труженики тыла, узники концлагерей – все они являются живыми свидетелями страшных событий. Их устами молвит сама история. Я человек, который, начиная из-под Киева, до конца освобождал Украину, во всех операциях наш полк принимал участие. А сейчас Украину терзают. У меня там родственники и так далее. Первый форсировал Вислу. Честно скажу, чуть не потопил свой расчет. И сам не погиб с автоматом. Будь 20-30 сантиметров воды побольше. Потому что спрыгнул с понтона. По шейку вода. А не будь этого, значит, не было бы меня и моего расчета, и не было плацдарма, который мы отсаивали. Я коснулся этого только потому, что в последнее время очень много изменений преломляют наши все победы, все наши успехи. После официальной церемонии награждения губернатор вместе с ветеранами за чашкой чая обсудили нюансы подготовки к 9 мая. Олег Ковалев отметил, что ни один участник войны не останется без внимания в рамках акций, которые будут проходить в преддверии празднования 70-летия Победы. Также в неофициальной обстановке заседавшие обсудили вопрос патриотического воспитания. Поговорили о работе, которая проводится с молодежью. Это великое дело для каждого из нас. Наш глава области чествует нас за наших людей, за наши военные победы. И на нас таким образом накладывается новая задача. Она, кстати говоря, и сама по себе движется. Это работать с молодежью. Потому что все вы знаете, нового я ничего не скажу. Задач из школы настоящего очень много. И школы, конечно, нуждаются в помощи поддержки. Вот здесь мы с вами поклянемся, будем им помогать. В конце встречи Олег Ковалев поблагодарил ветеранов за их смелость и самоотверженность, за их патриотизм. Эти люди, как никто другой, знают цену жизни и смысл легендарного военного лозунга «Служу своему Отечеству». В пятницу в Музее истории молодежного движения открылась выставка, посвященная рязанкам, участницам Великой Отечественной войны. Среди представленных экспонатов – это личные вещи, боевые награды и портреты. Побывала на экспозиции Оксана Тебенихина. В Музее истории молодежного движения состоялось открытие выставки, посвященной сразу двум большим праздникам – 8 марта и 9 мая. «У войны не женское лицо» – так организаторы назвали выставку. И посвящается она, естественно, женщинам, нашим землячкам, воевавшим в Великой Отечественной. Выставка «У войны не женское лицо» из фондов Музея истории молодежного движения открывает вот тот большой объем выставок, который мы готовим к 70-летию Победы. Поскольку наш музей в основном сегодня, его экспозиция ориентированы на военные события, то, конечно, главным событием остается Великая Отечественная война. Женщина на войне – это тема отдельного исследования. И особо важно отметить, что вот 20 век стал в том числе трагическим веком потому, что женщина в 20 веке стала солдатом. И вот о женщинах-солдатах в годы Великой Отечественной войны мы здесь и рассказываем. Здесь представлены
выявлены фотографии рязанок, их личные вещи, письма родным и награды. Сильные женщины с сильным характером, наравне с мужчинами, они несли бремя войны, защищали родину, свой дом, свою семью. И память о них должна жить в нас. Женщины, конечно, несут службу и сейчас в разных воинских частях. В Дягилевском учебном центре дальней авиации накануне 8 марта мужчины поздравляли женщин-сослуживиц. Весна наступила, и полноправно входит в свои права. И точкой отсчета начала теплой поры все-таки является Международный женский день. 8 марта с весной поздравляют женщин близкие мужчины, те, кто рядом всегда. Ну а сегодня женщин поздравляют мужчины-коллеги. Я хочу сказать в преддверии вашего прекрасного праздника, что, ну не будь вас, мы бы, наверное, были совсем другими. Потому что всегда присутствие женщины в любом коллективе, девушки, оно мужчину мобилизует. Он старается на дню два раза побриться. С весной вас, с тем, что она наконец-то пришла, хотя она и борется, начиная со вчерашнего дня. Я вчера уже шутил при производстве полета, вчера руководил полетами. Вот. Весь день продержалась так же, простояла хорошая солнечная погода, а вечер начала подмораживать. Ну, я так аналогию провел, значит, что-то мы, где-то мы за вами не досмотрели, я понял. В Дягилевском авиаполку летчики поздравляли сегодня своих сослуживец. И признавали, что как бы высоко летать не приходилось, без женщин таких высот им не видать. А на вопрос, какой праздник девушкам военного гарнизона все же ближе, День защитника Отечества или женский день, ответ мы получили безоговорочный, конечно же, 8 марта. Конечно, вдвойне приятнее, нас всегда окружают заботой, вниманием, любовью не только 8 марта и во все остальные дни, а когда такое пристальное внимание к нам, к женщинам, нам всегда это приятно. Мы предпочитаем быть женщинами, отмечать 8 марта, а 23 февраля мы поздравляем своих доблестных мужчин с этим праздником. Ну, мне 8 марта даже приятно отмечать еще больше втройне, у меня вот 3 марта родился внук, поэтому это для меня самый лучший подарок. Вот, ну и поздравления наших командиров. 23 февраля – это больше мужской праздник. Мы поздравляем своих мужчин, своих военнослужащих, всех членов своих семей, так сказать, мужского пола. Вот, а мы все-таки больше 8 марта, все-таки мы женщины. И несмотря на то, что горящие избы и скачущие кони давно уже не в моде, современные женщины остаются такими же отважными, и на них всегда можно положиться. Международный женский день – это, пожалуй, самый приятный праздник начала весны. Уже сейчас наверняка у многих представительниц прекрасного пола предпраздничное настроение. А вот о том, какие презенты желали бы получить в этот день рязанские женщины, мы спросили накануне 8 марта у жительниц города. Ребят, скажите, что планируете подарить на 8 марта? Да, подарки. Например, ну не знаю, можно что-нибудь своими руками делать. Скажите, пожалуйста, вам уже подарили подарок? Нет. Нет еще? А какой подарок вы хотели получить? Букет мимозы. Ну, я жду букет цветов и что-нибудь приятное, там, коробку конфет, например, как красивенько. Вы знаете, хотелось бы внимания, хотелось бы любви, цветов, конечно же, каждой женщине нам хочется. Но вы знаете, и самое главное – здоровье всем. На 8 марта хотел бы подарить своей любимой девушке золотое кольцо и книгу, потому что книга несет знания. Ну и как любая другая девушка, любит золото, колечко как бы хочу подарить своей супруге. Да и понимаете, я даже и не жду подарка, внимания жду. Наверное, вот и все. Так что главное – внимание. Цветы и мягкая игрушка обязательно. На такой позитивной ноте наша еженедельная информационная программа подошла к концу. Желаем вам приятных выходных, которые за счет 8 марта окажутся несколько длиннее обычных. Еще раз поздравляем рязанских девушек и женщин с Международным женским днем. Желаем им любви, счастья и жизненных успехов. А на сегодня с новостями это все. До встречи в эфире на следующей неделе. До свидания. Уважаемые жители города! Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40.